Всем привет, друзья! Мы прибыли на второй этап РДС Гран-при в Нижний Новгород. Вчера поздно ночью добирались 28 часов. Конечно, каждый раз такие добиралки — это малоприятно. Но ничего, выспались с полными силами, теперь оставляем парк. Завтра начнем тренировки. Не забудьте про прямую трансляцию в эти выходные. Второй этап РДС Гран-при. Вот это поворот. Видели? КамАЗ Мастер. Это серьезная техника. Вся команда КамАЗ Мастер на совещании.